Друзья, привет! Снова я и снова с Хундаем. Вы уж извините, так получилось, что этого инструмента оказалось предостаточно много. Хочу рассказать про вот такую вот УШМ 230 круг, да, G2000 Хундай. Вот, значит, достаточно качественная машинка, тоже порадовала из недорогих, и вот как многие считают, там сомнительные китайские, да, ну вот это вот себя зарекомендовало. Здесь тоже вот я уже рассказывал, да, тут на прошлой машинке маленькой 125, вот здесь удачно сделан тоже вот этот фиксатор, там он внутри железный. Значит, железный палец упирается в шестерню с косым зубом, которая насажена на игольчатый подшипник. Вот в этой УШМ-ке в редукторе смазки оказалось достаточно, ну тоже желтого цвета, но я не стал менять. Здесь я понюхал, и пахнет, в общем, таким, ну, не солидолом, а такой какой-то приятный такой, и она достаточно такая жидкая, текучая, и не в то же время и плотная, то есть не выдавливает ее ничего, то есть, ну, нормальная смазка. Вот машинку вот взяли, так вот она с, что в ней удивительно, в ней предусмотрен плавный пуск. Вот она тоже залитый двигатель у нее, мощный редуктор, ну, шестерни там мощные. Вот потом она позиционируется как профессиональная. Вот, значит, быстрая замена щеток предусмотрена. Вот такой вот курок вот такой есть, сейчас покажу. Вот раз, то есть с двойным нажатием, вот тут защитный фиксатор такой есть. Вот мощность у нее так, ну, 2000 ватт, в общем, у нее 2000 ватт, да, мощность. А редуктор тоже цельнометаллический, железный. Вот так она такая, она, конечно же, массивная машинка, вот эта вот. Провод у нее тоже не длинный, но такой мягенький, хороший, приятный, тоже нормальный провод. Вот такой ключ у нее есть. Вот мы его прицепили, я прицепил его сюда. Вот такой ключ. Потом рукоятка, ну, не антивибрационная, но зато вот с такой вот крышечкой. Вот, и там пробочка, и шестигранник там есть внутри еще для откручивания регулировки защитного кожуха. Значит, есть тут такой вот. Вот. Внутри, то есть не потеряется. Вот, потом у вот этой машинки, что интересно, три позиции установки ручки, то есть вот можно вот сюда сверху тоже ставить ручку. Вот, то есть вот она, вот удобно, то есть вот так вот, то есть можно уже работать. То есть вот так вот держать можно, да? То есть боком. Вот. Видно, нет? А, вот. Вот так вот, то есть. Ну, то есть это удобная как бы вещь такая. Ну, не на всех есть как бы три позиции. Не на всех бывает, а здесь есть. Вот. Так, сейчас я ее включу. И посмотрите плавный пуск. Плавный пуск порадовал.
порадовал плавный пуск тем, что ну, она такая разгоняется, она ее не дергает, а она, вот смотрите, сейчас я включу, так, чтобы было видно. Вот. Вот. Видите? У меня даже не дернулась она. Вот, смотрите. Даже не дернула ее. Вот такая вот УШМ-ка. Вот. Тоже порадовала. Тоже она в работе. Вот и камни резали. Все. Ну, много даже приходится резать. Тоже на проводе тоже интересно у нее. Вот есть липучка. Такая складывать. Вот. Ну, такая удобная. Вот это прорезиненная рукоятка. Редуктор тоже не нагревается. Обдув здесь такой тоже продуманный. Ну, такая она мощная. Как бы из недорогих. То есть вот такую можно смело брать. Хундай. Вот снова Хундай. Да, вот так вот. Сейчас я ее поближе покажу. То есть вот она. Вот. Тоже плотненько. Вот фирменный. Ну, оснастку купили уже тоже. Такое. Хорошая, кстати, Hyundai оснастка. Ну, и достаточно такая качественная расходка. Расходка качественная тоже порадовала за недорогие деньги. Так что вот, еще раз повторюсь, основная цель подсказать вам, что есть вот такие вот, что можно брать. Это, ну, как бы, не рекламирую, просто рекомендация. То есть, если сравнивать там с дорогущими, там, 6 тысяч, 8 тысяч, 9 тысяч, 15 тысяч, то это вполне соответствует как раз тем машинкам за те цены. Вот. Так вот. Такая вот она. Спасибо за просмотр. Вот, имейте в виду, что есть вот такие машинки. Спасибо, до свидания.